Друзья, привет-привет. Сегодня может быть не очень кому-то приятное видео, но у нас раньше не показывала большое пополнение кисячков. Вот у нас, возможно, вот еще кисички маленькие. Возможно, или вот этот родитель, или сейчас поищу еще. Или вот этот. Вот два вида кисячка. И вот эти вот малыши. То есть, кто из них кто, я пока, к сожалению, не могу определиться. Вот у нас Монтенегро тут с ними вместе живет. Можно вот так вот наблюдать эту жизнь. Согласна, кому-то неприятно, но в целом даже очень прикольно за всем этим наблюдать. То есть... интересно в плане того, что прикольные существа. Я тоже сначала как-то воспринимала их очень напряженно. Но сейчас я вам серьезно скажу, что совсем неприятно. Скорее всего, это красненькие. Вот тут вот эти вот миники разные ползают. Жизнь кишит полным ходом в этом таком террариуме, скажем. Вот здесь вот у нас небольшое количество Монтенегро. Вот еще второй родитель. То есть, да. Значит, или красненьких, или вот этих. Тут вопрос, как бы, кто... чьи это детки. Вот. Так что... тут у меня просто спрашивают иногда, а кисяки у вас есть? Я говорю, да, конечно, у нас кисячки тоже есть. И есть красненькие, я их показывала, помните, наверное. Так, здесь даже вот их не один. Здесь еще, вот, видите, рядышком даже вот. Но это красненькие, скорее всего, детки. Этот кисячок, ой, прости, спрятался. Тут, да, тут целое у них копаются, живут. В общем, все тут кишит так, все. Да. Ну, вы уж не смотрите, кому не интересно, не обижайтесь, не смотрите. Про улиточек будут, куда ж я денусь видео. Но это тоже интересные зверьки, имеют место. Потому что, ну, просто для разнообразия. У нас был и гигас, но, к сожалению, у нас погиб он. Не знаю, не поняла причины. А вот это вот чудики, вот такие два вида. У нас был Билайн еще, и кто-то знает, о чем я разговариваю. Ну, тоже с Билайном что-то у нас не срослось. Исчезли они из вида. Вот. А эти вот живут, и получается у нас и даже есть приплод. Но приплод, повторюсь, скорее всего, вот от этих красно-рыжих. Скорее всего, рыжих, потому что красный у нас отдельно. Ну все, друзья, пока-пока. Не буду вас мучить этим видео. Но если кому-то интересно, обращайтесь. Пока-пока.